Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать на своем канале. И это видео, как вы поняли уже из названия, приглашение на мой прямой эфир, который состоится завтра. Вот, я планирую... Вот смотрите, я в каком красивом месте, да? Вот, на заднем фоне мой велосипед. На руле висит сумка с фотоаппаратом. Я сегодня на фотоохоту вышел. Вот так, смотрите. Сзади меня река, просто красота, я на природе. И вот завтрашний прямой эфир я планирую посвятить, давайте я сейчас немножко камеры переключу, потому что будет лучше показывать. Вот, смотрите, я планирую свой прямой эфир посвятить вот прогулка вдоль этой реки и выход к большой реке Турунчук. Смотрите, давайте. Такая красота. Сегодня очень много людей. Вот тоже отдыхающие вот идут. Молодежь. Хоть от своих смартфонов, телефонов поотставали. Но все равно, знаете, отдыхать не умеют. Вот многие идут с колонками, с музыкой. Здесь надо слушать природу. Вот звуки природы. Я сейчас немножко помолчу. Поснимаю, послушайте птиц и шум ветра. Да, вот такие звуки, да, птички поют. Значит, и я не знаю точно, какое-то время будет, но думаю, где-то, ну, утром сделаю. Почему утром? Я понимаю, что рабочий день, многие из вас на работе, но утром не будет, может, такого солнца, и будет лучше снимать, это первое. Во-вторых, днем я буду немного занят, поэтому утром, я знаю, там, 9-10 утра, где-то в такое время. Вот, я пройдусь, вот, и поснимаем, покажу вам. Так что подключайтесь, ставьте колокольчик, нажимайте, он напомнит вам, придет уведомление, что начался прямой эфир. Ну, а кто не сможет присутствовать в прямом эфире, ну, тот в записи посмотрит. Вот, сегодня, конечно, вышел на фотоохоту и понял, что сделал большую ошибку, не взял с собой объектив от фоторужья. Потому что много уже мелких птиц, а близко птички, вы знаете, к себе не подпускают. Вот. А объектив от фоторужья Таир 3, он там 300 мм фокусное расстояние, это для фотографа, фотографы понимают, маломальски, какое имеет отношение или стыкался с этим. И можно из более дальнего расстояния снимать птиц. Ну, ничего, как говорится, сезон только открывается такой. Вот, у нас сегодня на улице 25 апреля, второй день Пасхи. Кстати, Христос воскресе. Забыл вас поприветствовать с Пасхой. Вот, и будет завтра очень интересный видеоролик еще. Я попытаюсь его снять сегодня. Он даже будет интересен для меня. Очень интересен будет даже для меня. Поэтому ожидайте. Я сегодня попытаюсь его снять. Вот, и завтра вам выложу утром, а потом уже пойдем с вами на прогулку. Так что, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь. Кто уже подписан, всех благодарю за внимание. Вот, звуки фазана. И до новых встреч на моем канале. До завтра.